Трагедия, друзья, во всей России. А перед началом просмотра видео не забывайте, что это все мы делаем исключительно только для вас. И только на нашем канале появляются эти самые интересные и свежие новости из российского шоу-бизнеса. Сегодня речь пойдет о нашем любимом российском актере Сергее Буронове. Он нам всем известен из сериала «Полицейские с Рублевки». Сегодня рано утром в его личном микроблоге появилась ужасная новость. Сам актер очень печальным постом попрощался со своими поклонниками и фанатами. Ну что, друзья, прощайте, я ухожу. На этом его текст был закончен. В итоге мы все-таки разобрались, что случилось с Сергеем Буроновым. По нашим данным, которые подтверждают его друзья, Сергей Буронов закончил свою актерскую карьеру в России и уезжает жить в Швейцарию. На данный момент эта новость самая обсуждаемая в России. Есть подробности, о которых мы пока еще не сообщаем, но уже завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска. Следите, друзья, за новостями, подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами. Берегите себя. И до скорой встречи вам.